Сейчас как у тебя вообще с творчеством? Сейчас у меня вот на почве пандемии творчество поперло. Ну, поперло в каком смысле? То есть я сам, появилось какое-то вдохновение, навеяло на меня, ну, как бы, когда какой-то кризис, на меня всегда навевает какое-то вдохновение, когда все ровно, гладко, мне что-то как-то скучно становится, поэтому ничего не хочется делать. Вот. Ну, творчество идет у меня, а я сейчас сам выпускаю пару клипов своих. Вот, заливаю на свои микроблоги, никому не плачу, кому надо, тот посмотрит, а кому не надо и не надо, вот. В конце концов, сейчас кого-то специально удивлять я не хочу, а вот, ну, последние две истории, которые я сделал, они очень интересные, с разноплановыми людьми, с очень брутальными внешностями, мне очень нравится. Поэтому я на такую хуйню не ведусь. Вот, посмотрите. Да и сейчас вообще после пандемии шоу-бизнес, мир шоу-бизнеса очень изменился. Сейчас всех подсадили на интернет, даже бабушек. Вот. Потому что они были вынуждены выписывать себе пропуска, ёпта, для того, чтобы съездить в поликлинику. Поэтому люди поняли, что выбор огромный, что есть разнообразие, что все не заканчивается каким-нибудь газголдером, вот, что есть много других рэперов, поэтому мне кажется, что скоро они все просто отсосут и отойдут, блядь, в небытие. Вот, поэтому такая ботва.